1 мая в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия 6-го Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Диалог ради мира и глобальной безопасности». В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отметим, что форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира. Государственные деятели высокого уровня, руководители парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты, представители различных этнических, языковых и культурных групп соберутся в Баку, чтобы посредством конструктивного диалога внести вклад в продвижение мира и глобальной безопасности. В рамках трехдневного форума планируется проведение 4 сессий и 12 панельных дискуссий. Темы обсуждаемых вопросов охватят образование, молодежную политику, изменение климата, искусственный интеллект, охрану культурного наследия, незаконную миграцию и другие. Ожидается организация поездок участников форума на освобожденные от 30-летней оккупации территории Азербайджана. В рамках мероприятия также предусматривается проведение специальных панельных сессий в Агдаме и Шуше. Это также является возможностью создать платформу для обращения к международной общественности с освобожденных территорий Азербайджана. Напомним, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, считающийся составной частью выдвинутого президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году Бакинского процесса по межкультурному диалогу, впервые был организован в Баку в 2011 году. Последующие форумы проходили в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. За минувший период география форума значительно расширилась, увеличилось число стран и структур, участвующих в мероприятии. В форуме в общей сложности приняли участие более 10 тысяч делегатов, официальные лица правительств, руководители и представители международных организаций и институтов. В то же время в рамках форума было организовано более 200 мероприятий различного формата и масштаба, пленарных и панельных обсуждений, презентаций. Обсуждения, проведенные в рамках 5 предыдущих форумов, в центре внимания которых находились вызовы, беспокоящие человечество, принятые документы, стали руководством для международных организаций, и Бакинский процесс был принят в качестве важной платформы по межкультурному диалогу.